Для развития туризма в Казахстане с января этого года вступили в силу новые меры государственной поддержки. Наша область в республике занимает первое место по количеству озер, второе место по лесному массиву, что говорит о необходимости развития туристской отрасли нашего региона, как еще одно из приоритетных направлений развития малого-среднего бизнеса. Какие именно преимущества получат предприниматели, работающие в сфере туризма, узнаете далее. Одно из направлений государственной поддержки – субсидирование возмещения части затрат на строительство и реконструкцию объектов туристической деятельности. Субъектам предпринимательства вернется до 10% от стоимости, указанной в заключении экспертизы. Второе направление помощи – возмещение затрат в размере 25% на приобретение автомобильного транспорта туристической направленности. Есть ограничения по отчуждению, то есть в течение 5 лет данные транспортные средства нельзя будет продать и использовать непосредственно только по целевому назначению. Третье – это возмещение затрат в размере 10% на строительство объектов придорожного сервиса. Четвертое направление – это субсидирование части затрат на содержание санитарно-гигиенических узлов в размере 83 300 тенге ежемесячно. Для того, чтобы получить данные меры господдержки, необходимо предпринимателям обратиться в управление предпринимательства в письменном электронном виде с предоставлением всех документов, то есть это документы на подтверждающие приобретение автотранспорта, на строительство, акт ввода, ПСД, экспертизы. При этом должна отсутствовать налоговая задолженность. Заявки принимаются до 1 марта и распространяются на объекты, введенные в этом году. В области в сфере туризма в этом году планируют реализовать порядка 8 проектов. Наталья Аитова, Урал Амренов, служба новостей.